На Южноурале объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Синоптики обещают, в выходные температура поднимется до 33 градусов. Людям не рекомендуют посещать леса. Грузовикам запрещают днем выезжать на трассы. Движение больших грузов ограничено до 22 часов. В ночное время трассы будут открыты. Из-за жары может деформироваться асфальт. На трассе тогда останутся глубокие колеи. Поэтому до 2 августа грузовикам запрещен выезд на трассу федерального значения. Также МЧС прогнозирует природные пожары из-за жары. Они возможны в лесах восточных и юго-восточных районов Челябинской области. Южноуральцев из-за этого просят быть бдительными, не разводить костры. А если пожар все-таки произошел, не тушить его самостоятельно, а позвонить в экстренные службы.